Отличительной чертой компании Grundfos является ее способность создавать уникальные решения в насосной технике. Компании-конкуренты Grundfos не особо заморачиваются на насосах, предназначенных для бытового применения. Grundfos же в этом сегменте, наоборот, производит насосную технику с максимально возможной заботой о потребителе, придерживаясь принципа: насос, который сегодня работал хорошо, произведенный завтра должен работать еще лучше. Много лет бытовая насосная станция серии Grundfos MQ была бестселлером на рынке бытовых насосов с уникальными характеристиками, такими как компактность, низкий уровень шума, малый вес, встроенный в корпус гидроаккумулятор, кнопочное управление, встроенная защита от аварийных режимов, сигнализация об авариях. В 2017 году Grundfos предложила потребителям новую уникальную бытовую насосную станцию Grundfos Scala 2345, которая также, как и автоматический насос серии MQ, предназначена для подачи воды в дом из колодцев, скважин, емкостей и водопровода. Следуя своему принципу, фирма Grundfos создала новую насосную станцию с еще лучшими характеристиками. В первую очередь Grundfos Scala 2 стала экономичнее благодаря новому электродвигателю на постоянных магнитах со встроенным частотным преобразователем и датчиком давления. Встроенный в насос датчик отслеживает давление воды в системе водоснабжения. По его сигналу встроенный преобразователь частоты увеличивает или уменьшает производительность насоса, поддерживая заданное пользователем давление воды в системе. Теперь насос выходит на свой максимальный режим только тогда, когда в этом есть необходимость. Когда водопотребление в доме невелико, насос работает с пониженной частотой вращения и, соответственно, с пониженным энергопотреблением и уровнем шума. Благодаря плавному пуску у насоса нет ограничений по количеству включений в час. Такое ограничение есть у насосов без частотных преобразователей из-за возможности их перегрева. Для снижения частоты включения для них необходимо приобретать гидроаккумулятор. Для Scala 2 отсутствует необходимость в покупке дополнительного гидроаккумулятора. О таких неприятных явлениях, как колебания температуры воды в душе, выхода из строя сантехнических устройств из-за гидроударов можно забыть. Компактные размеры Scala 2345 позволяют разместить насос в пространство под мойку. Уровень шума во время работы насоса сопоставим с уровнем шума работающей посудомоечной машины. Scala 2 имеет очень простую и понятную кнопочную регулировку настройки давления воды в системе водоснабжения дома, индикацию работы, встроенную защиту, которая не допустит выхода насоса из строя. Даже неопытный пользователь поймет причину остановки насосной станции благодаря интуитивно понятной световой индикации аварийных режимов, потоку и напряжению, механической блокировке вала, появившейся где-то протечке воды в системе, сухому ходу, остановки насоса, если забыли закрыть кран, выхода температуры перекачиваемой жидкости за пределы допустимых значений, превышение максимально допустимого давления на корпус. Итак, резюмируя, Grundfos Scala 2345 стала компактнее, чем Grundfos MQ, экономичней, немного тише,
с более прочным корпусом, в два раза увеличенным максимальным давлением на входе в насос, расширенным температурным диапазоном перекачиваемой жидкости, расширенными защитными функциями, увеличенной до 5 лет гарантии. Сравнивая насосные станции конкурентов с автоматическим насосом Grundfos Scala 2, невольно проникаешься уважением к бренду Grundfos и людям, которые создают такие высококлассные насосы. Меняйте свой старый насос на новый, надежный и экономичный Scala 2 345. А инженеры компании Grundfos уже работают над тем, чтобы завтра вам предложить насос еще более экономичный и эффективный, который вы обязательно захотите приобрести.